Δικό μας το παράδειγμα είναι το πιο ισχυρό, το δικό μας το παράδειγμα είναι το πιο ισχυρό, το πιο ισχυρό. Наш личный пример – это самая сильная вещь, которая может помочь нашим детям в воспитании наших детей. Мы должны быть этими примерами, этими прототипами, на которые должны опираться наши дети. Если у отца и мама не прототипа хорошей. Поэтому, когда нету родителей, которые были бы примером для детей. Вот сегодня мы не можем найти людей, которые оказались бы полезными и для церкви, и для мира, для государства. Это ошибка, которая вот уже ходит в обществе. Когда говорим, что я уже взрослый, я должен, могу все посмотреть и все попробовать. Но для детей это абсолютно неподходящее. И то, что не подходит для детей, не подходит и для взрослых. И мне очень жаль родителей, которые нашими сегодняшними средствами пытаются вырастить детей. Примером, прототипом должны быть мы. Дети должны быть копией нас, калькой. Карбон! Как говорится в Священном Писании, все сын его матери. Итак, говорили и греки, это сын его своей матери. На хете симборевс ириники. Мεταξύ σας. Γαλήνη να επικρατεί στο σπίτι σας. Нужно идти в мире. Για να κάθονται τα παιδιά σας και να μην τα διώχνετε. Чтобы в семье был мир. И тогда и дети будут держаться этой семьи. Когда происходят постоянные конфликты, ссоры, дети уйдут оттуда. Они будут искать себе гнездо где-то в ином месте. Человек от самого маленького до самого старого всегда ищет теплые объятия. Όχι θορύβους. Не шум, не противоречия, не ссоры. Все это сотрясает семью от самого основания. Ребенок вынужден бегать туда и сюда, чтобы найти где-нибудь тепло. После этого уже приходит церковь и государство, чтобы научить нужному. Но самым первым должны быть мать и отец. Και τα παιδιά σας να τα πηγαίνετε επισκέψεις обязательно на паломничество в монастыри. Γιατί ο απότερος σκοπός της οικογένειας πρέπει να είναι να συντομεύσει ο δρόμος. Потому что высшая основная цель семьи это как бы уменьшить этот пробел между семьей и монастырем. Семья должна быть как монастырь, как один маленький монастырек. Семья – это маленький монастырь. А монастырь должен быть вот этим вот большим монастырем. В семье там преобладает относительное, монастырь же абсолютный. Доксазу тон Θεόν, που οι γονείς μου από 6 χρονών παιδί. Благодарю и славлю Бога, что мои родители 6 лет меня отвели в монастырь. Я видел подвиги и старания монахов. И во внешней жизни, то есть в каких-то внешних трудах, и в духовном подвиге. Потому что восточное православное монашество, оно изначально земельное.
То есть это не бизнес. Не какие-то предпринимательства. Не должно быть так, что нам кто-то поможет, на это проживем. Мы должны сами трудиться, чтобы и себя прокормить, еще и людям помогать. Это мои принципы. Επειδή ο τάδε μοναχός θέλει ανάπαυση και ο τάδε θέλει βόλτες και ο τάδε θέλει κινητό και ο άλλος θέλει βίντεο και ο δεν θα τις θυσιάσω. Я не готов жертвовать этими δεν θέλω принципами. Το вот всем эти, то есть вводить все грабзи, это. Современные все технологии. Если хочет писать, пусть кинони, пишет рукой. Если хочет с кем-то связываться, пусть связывается молитвой. Это ужасно, когда сегодня монах, имея телефон, сидит в пустыне, как будто он смеется сам над собой.